Мы решили ничего не менять, как готовились к остальным играм последним. Мы также продолжаем тот же тренировочный процесс, не нарушаем. Конечно, мы учитываем, что они будут играть и в 3, и в 5 защитников. От этого и отталкиваемся. Ну, единственное, как вот это реализуем, ну, только игра покажет. Тебя, как техничного игрока, не напрягает не самое идеальное состояние поля в Самаре? Ну, мы, на самом деле, его еще не видели толком. Ну, по слухам, да, говорят, поле не идеальное, но играть можно. В любом случае, все в равных условиях будут. И натуральное поле, все рады, что будем играть там. Что, на ваш взгляд, сильные стороны соперника? Ну, у них очень хорошая, сильная атака. Они впереди неплохо развивают атаки. В принципе, Корниленко впереди очень остро играет, мощный, хороший нападающий, который может цепляться вверху, в борьбу вступает без страха. Ну, вообще ровная команда, то есть хороший подбор футболистов, бойцовая команда решает свои задачи, и все понимают, что нам будет очень тяжело. Ростов вчера потерял очки. Насколько это вообще раскрепощает перед ответной игрой или, наоборот, нужно собраться и догонять? Ну, это никак, на самом деле, не раскрепощает, это точно. Нам надо просто поехать и сыграть свою игру как можно удачнее и постараться победить. Как состояние Чёрлоки? Состояние Чёрлоки пока он не тренировался после игры с Рубином. Сегодня он первый день, должен выйти и попробовать. Пока ничего не можем сказать, он сможет выйти в основном составе или нет. Пока этот вопрос еще открыт. Александр, как назвали ребенка? Илья. Учитывая то, что день рождения, получается, у Касаева, у Янбаева, еще у Акинфеева, день рождения на этой неделе. Футбольный человек, судя по всему, родился. Ну, если исходить таких фамилий, что Касаев, Акинфеев, то, надеюсь, переплюнет их.